Друзья, всем привет! Давно видео не показывал. Ну, как говорится, свой 5-тонный аквариум я помыл, почистил. Замучился, конечно, конкретно. А расскажу, что произошло. Как вы знаете, есть у меня вот там вот шахта, видите? И рыбки погибли, давно там лежали. И когда я решил спустить самп, они всплыли. И так просто пахло, просто фантастически, нереально тяжело. Залез я в аквариум, пришлось мне поставить лестницу, залезть вон туда. Все, я почистил, убрал. Ну, уже практически запах прошел, еще стенки высохнут, и все будет хорошо. Снизу, как вы знаете, у меня система сам. Сейчас мы, давайте попробуем вместе с вами. Доберусь, да. Вот. Вот тут видно, я его полностью почистил. Все убрал, всю слил воду, почистил все губки. Вот там керамические шары, все. У меня, кстати, керамики там огромное количество. Убрал, почистил и сделал. Грунт тоже я по возможности прочистил. Но сразу почистить невозможно, потому что это не 100-литровый аквариум. Тут я и так 2 дня провел, можно было еще недель, пару недель. По поводу, что я сейчас фильтрацию поставил, видите, как гонит. Поставил я мощные помпы. Аквариум 5 тонн. Даже если я раз в недельку буду подменивать вот так вот воды, тонну, то идеально. Больше мне не надо. Практически вода очистилась. 2 недели прошло. На следующей неделе приходит мне интересная рыбка сюда. Хладнокровная, потому что подогреть в Латвии 5 тонн. Ну, наверное, это уже не так просто. Потому что сейчас у нас, вот я смотрю, например, к примеру, сейчас у нас вечер, и цена электричества 31 цент за киловатт. Ну, 5 тонн подогревать, это 2 киловатта, наверное, будет не выключаться без конца. Ну, даже не о том разговор, потому что когда этот аквариум строился, электричество стоило в районе 10 центов. Уже подорожало в 3 раза, и у нас еще обещают там подорожание до 50 центов. Так что, нет, это только для хладнокровной рыбки. Поэтому таких 2 мощных компрессора просто хватает, воду разгоняют. В аквариуме вот такая вот мощная коряга. Это у меня красивая, тяжелая досталась. Мне когда-то ее купил совсем дешево, за 150 евро, за 170 метровая. Ой, структура такая фактурная. И вот кислорода тут тоже предостаточно. Даже если я заведу 100 рыбок на там 4, плюс-минус 4,5 тонны, 45 литров на рыбке, вот с такой вот продувкой мощной. Ну, вообще без проблем, то есть разговор ни о чем, то есть будет красиво, идеально. Только, конечно, надо будет свет менять, у меня сейчас простые стоят, лампу поставлю, нормальные подвесные, ну, дело времени. Поэтому все будет, все происходит, но лето всегда такое, аквариумная тема, довольно люди, огороды, дачи, огурцы, помидоры, что сейчас актуально, ну, аквариум совсем другая уже актуальность. Все, ну, я показываю всегда, сколько лет для Ютуба, мне это нравится. Показываю дело. Все, друзья, всем пока, всех обнимаю, спасибо, что вы смотрите, комментируете, спасибо, что вы есть, друзья. Всем хорошего настроения, самое главное здоровья, крепкого здоровья вам и вашей семье. Все, всем пока.